Есть банки, которые ушли из Крыма, не оставив обиженными вкладчиков. В основном это банки с российским капиталом. Ну, есть плюс еще некоторые, у кого практически не было депозитов. Есть 45 банков, которые ушли, не выплатив вклады, и которые являются сегодня, по факту, должником Фонда защиты вкладчиков. И в зависимости от того, от какой группе принадлежит этот банк, строго говоря, по-разному будет работать закон. Если, может быть, немножко забегать вперед, он посвящен погашению задолженности перед теми банками, которые не имеют долгов перед Фондом защиты вкладчиков. То есть перед банками с российским капиталом в основном. Как мы будем поступать? Это не следует из закона, это следует из совокупности законодательства. Как будет поступать Фонд защиты вкладчиков, если вдруг у нас на горизонте появится взыскатель, имеющий долги одного из этих 45 банков? Первое, что мы должны будем ему сказать спасибо, что он нам принес оригинал документов. Второе наше действие, мы звоним в службу судебных приставов и просим произвести арест этих прав требования. После этого снова говорим спасибо. Теперь взыскателем по этим долгам становится Фонд защиты вкладчиков. Я думаю, что в этих условиях ни один из этих 45 банков здесь на горизонте никак, ни через своих представителей, никак по-другому не окажется. У него нет никакого смысла экономического дарить нам эти права требования просто так. А по-другому мы с ним общаться не будем, потому что они нам должны, мы должны будем в первую очередь удовлетворить свои требования. Поэтому вот давайте разведем эти две группы банков. 45, которые ушли с проблемами, и все остальные, которые, в принципе, ничем крымчан не обижали. Теперь следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, посмотреть на этот закон глазами заемщика, то есть найти для него плюсы, чем он ему на самом деле выгоден. Потому что можно, конечно, рассуждать о том, что этот закон посвящен как бы ободрать людей, но на самом деле это не так. Есть два момента, которые в результате этого закона сыграют в плюс людям. Первый – это положительная кредитная история. Потому что жизнь, она многогранна, и через некоторое время периодически у нас возникает необходимость брать кредит. Вот наличие непогашенного кредита, вот прежде всего перед той группой банков, о которой я уже говорил, она будет создавать объективные трудности. У человека будет риск не получить кредит на территории России в другом банке. Это будет сдерживать экономическое развитие, условно говоря, семьи, человека, общества. Вот каждый из этих заемщиков просто должен задуматься о будущем. Хочет он иметь положительную кредитную историю или нет? Опять же, с оговоркой, о каких долгах и каким банкам мы говорим. То есть это не платежи на Украину. Это платежи тем банкам, фактически, которые никаких проблем крымчанам не создавали. Вторая вещь, которую каждый, наверное, из заемщиков ему интересно, это снятие обременений с заложенного имущества, если оно есть. То есть у нас есть залоги на автомобили, у нас есть залоги на квартиры, и эта вечная ситуация так продолжаться не может. Из нее надо выходить некоторым положительным образом. Сделать так, чтобы ты мог в любой момент, если тебе это необходимо, этим имуществом распоряжаться.